Синегрупп и Сториполис представляют. Детки из класса 402. По мотивам книги «Грейси Грейвс» и «Детки из класса 402». Продюсер Луи Дюке. Режиссер Уэйд Коновальчук. Ложки, пауки и космическое чудовище. Ослик мой друг. Вот такие восхитительные закаты можно наблюдать в Эквадоре каждый вечер. Пожелаем счастливого пути Пабло и его ослику, которые показали нам, где растут каучуковые деревья. Не правда ли интересно? Это мой любимый документальный фильм. Я даже смотрю его дома пару раз в неделю. Ну все, успокойтесь, тихо. Внимание всем! Наш конкурс научных идей продолжается, так что готовьте свои проекты. Но на этот раз никаких электронных штуковин. Я не хочу опять обнаружить подслушивающее устройство в своем автомобиле. Есть! А победитель получит в награду торт, как в прошлом году! Да, получит. Так что кто хочет, может взять у меня заявку и участвовать. Без толкотни, без паники. А, да! В этом году победитель получит не только торт, но еще два билета в Национальный центр астронавтики. О, неужели вы все такие любители сладкого? Это лишь предложение. Если хотите выступить собственными проектами, пожалуйста. Эй, мне нравятся ее идеи. Да, присвоим какое-нибудь. Как растения поглощают влагу. Для этого нужно растение. И влага. Не пойдет. Выращивание картофеля в банке. Не пойдет. Жуки, что они любят, а что нет. Может, нам предложат показать операцию на мозге? О, простите, этот проект уже выбран. Уже выбран? И кто же его выбрал? Энни Грант решила заняться жуками. Жуки! Я тоже увлекаюсь жуками. Я без ума от жуков. Мой папа называет меня дома жучком. Я не знала, что тебя интересуют жуки. Ты шутишь? Я обожаю букашек. Я их коллекционирую. А, правда? Ты не хочешь работать со мной над проектом? Я? Я хочу. Отлично. Тогда, может, я приду к тебе домой после школы, и мы поработаем. И вместе поужинаем. Скажи, что ты любишь, я попрошу маму приготовить. Если хочешь шашлыки, мой папа пожарит нам. Жди меня после школы. Не терпится посмотреть твою коллекцию. Что же взять? Что же взять? Не торопись. Я не спешу, но решать ты не только мне. Я люблю компанию. Я человек общительный. Эй, Дилли, ты не хочешь поработать со мной над проектом? Не хочу! Спасибо, нет! Нет! Прости! Прекрасно! Мы партнеры! Опять! Жду тебя дома после школы! Но... Я только что спас космического детеныша! Он ушел от смертельных прожекторов! Джесси, если мы хотим попасть в центр астронавтики, нам пора подумать о научном проекте! Я думал, это наш научный проект. Не, надо что-то сделать. Вроде, видишь, мой брат Тони придумал. Он получил первый приз на конкурсе научных проектов. Откуда у тебя такой умный брат? Мы сводные, у нас отцы разные. О, он, наверное, неделю сидел. Да, но нам с тобой столько сидеть не придется. Издеваешься? Мы не так умны, как твой брат. Да, но у нас есть его проект. Ничего не выйдет. Ты уже приносил тетрадь Тони, и мисс Грейвс тебя сразу поймала. Когда он это делал, мисс Грейвс его не учила, понял? Я всегда догоняю поезд. Да! Только нам придется сделать новый плакат. Имя Тони прямо над названием. Волшебный пар. Угу. Смотри. Волшебная резинка. Возьмем волшебные ножницы.
И уж если мы вместе, ты должна пообещать, что не будешь командовать. Обещаю! Давай-ка работать! Мы займемся с тобой! Ты обещала, что не будешь командовать! Я не командую! Я лишь говорю, что мы будем делать! Мы с тобой должны победить! Я скажу тебе одно слово! Ложки! Что? Ложки? Что можно сделать с ложками? Они с наукой никак не связаны! Ты что, спятил? Ложки всегда шли в ногу с наукой! Ведь мадам Кюри брала уран именно ложкой! Даже Луи Пастер использовал ложку в своих гениальных экспериментах! Как бы мы сейчас жили без ложки? Ты бы зачерпал суп руками! Меня не волнуют ложки! Давай займемся фотосинтезом! Ложки! Может, построим оранжерею? Ложки! Газовые горелки? Ложки! Охрана природы? Ложки! Что случилось? Проклятый кот съел мою знаменитую, одну из лучших коллекций насекомых, даже перуанского долгоносика. О, сочувствую. Не знала, что у тебя есть кот. Да, но он отравился. Ну, хочешь перекусить? Микроорганизмы? Ложки! Солнечная энергия? Ложки! И ни одно животное не пострадало в ходе этого эксперимента. Да, вы развили активность. Это очень впечатляет. Да, мы победили. Так что звоните в центр астронавтики и сообщайте, что мы уже едем. О, пусть нам дадут номер у бассейна. А что мне сказать им об этом? То, что наш первый двигатель был таким мощным, что пар прожег тут дыру. Жаль, что он не уничтожил слова «прекрасно, Тони» на обороте. Когда мы все сделали, я спросил брата, что он думает, и он написал «прекрасно» и подписал «Тони». Я вижу. Очевидно, у него сложилось то же мнение, что и у меня, когда я впервые увидела двигатель. Он же у нее не учился! Это так, но я была членом жюри. Попытайтесь счастье с какой-нибудь другой работой. Я жду от вас новый научный проект, и желательно ваш. И, кстати, вам бы понравилось, если бы кто-то присвоил то, над чем вы упорно трудились. Да уж, этого я и ожидал. Выживание в тундре. Ложки! Генетические мутации. Ложки! Я больше не могу спорить! Я сдаюсь. Займемся ложками. Отлично, если ты хочешь. Обожаю пикники. Поедим и сыграем в бадминтон. Конечно, нет. Мы займемся экспериментами. Нам некогда играть. А, да-да. Жуки, жуки, жуки. Нас только они и волнуют. Именно. Ты прочитала мою записку с описанием нашего эксперимента? Разумеется. Прочитала, да. У тебя есть замечания? Я не уверена в третьем пункте. Смеешься? Пункт 3 замечательный. Отлично. Тогда нам осталось решить, кто из нас будет наблюдать. Ну, знаешь, записывать результаты по датам, вести статистику того, что любят жуки и что они не любят. Это скучно. Я займусь другим делом. Отлично, тогда начнем. Эй, а после пойдем в боулинг? Мы с тобой быстро всех обставим. У меня больше опыта в этом деле, но думаю, ты тоже окажешься на высоте. У нас не будет на это времени. Готова? Да. А что мне делать? Ничего, просто стой. Кажется, я не ошиблась. Итак, через полчаса мы узнаем, насколько ты привлекаешь жуков. Что? Ты, главное, стой, причем неподвижно. Ты не должна спугнуть насекомых. Божественно! Ты что? Это же ложка! Что ты сказал? Ничего. Я тебя уверяю, эти ложки хранят тепло нашей семьи! Я не могу понять, почему они до сих пор не застрахованы! Эй! Ты сдурел? Они от дыхания потемнеют! Они все подцепились! Можешь считать, награда у нас в кармане! Знаешь что? Будь мы умнее, мы бы на этой штуке сделали миллионы!
Джесси, ты примерил белье, которое я купила? Я не знаю, где оно. Потом поищу. Нет, иначе я не успею его вернуть. Ты должен сейчас же его примерить, чтобы я знала, подошло оно или нет. Мама! Это необходимо. Ты не представляешь, как он мучается, когда трусики тесноваты. Не сейчас, мама. Мы придумываем проект для научного конкурса. О, Джесси, не будем спорить. Примерка займет не более 2 минут. А потом думай. Это займет 3 часа. Знаешь, я заняла 1-е место в школьном научном конкурсе. Мой проект назывался «Психологическое давление». Если универмаг закроют, у меня будет приступ. Мама! Ваша работа здесь? О, нет. Моя мама хранит ее у себя. Вокруг столько интересного, что вы придумаете великолепный проект. Нет, нам никогда не удастся придумать ничего стоящего. Мы не так уж умны. Чепуха. Вам нужно только указать направление. Вы можете взять это и это. А это. О, Нэнси, я так сочувствую. У тебя 17 укусов. 21. Я нашла еще 3, когда сняла носки. Я просто в ужасе. Но теперь мы, по крайней мере, имеем материал для сравнения. Переходим ко 2-му этапу. Да, но на мне и так живого места не осталось. И я подумала, может, для разнообразия мы с тобой сходим на выходных в кино, а потом сравним, кто из нас больше запомнил. Это укрепляет память, я уверена. О, я понимаю. Ты боишься новых укусов. Но было бы обидно бросить проект сейчас, когда тебя уже покусали. Я теряю интерес к насекомым. Не беспокойся, на этот раз ты будешь наблюдать. Я? Отлично. Идем в кино в следующие выходные. Нет. В следующие выходные мы поедем в центр астронавтики. Цель этого опыта – узнать, в какой ложке быстрее закипит вода. В ложке из дерева, из пластика, из металла или в стеклянной. Какая из них обладает лучшей теплопроводностью? И кто же скорее придет к финишу? Это мистер Металл! Все работает! Конечно, я не стану орать на конкурсе. Конечно, не будешь, потому что я проведу презентацию. А что я буду делать? Ты наполнишь ложки и зажжешь горелку. И? Покажешь всем ложку, про которую я рассказываю. И? Наденешь шляпу и будешь улыбаться. Ладно. Я, наверное, не выдержу. Так нервирует. Меня тоже. Пошли гулять. Идем, я заодно скажу маме, чтобы нарисовала плакат. Осторожней! Ты можешь залить кровью проект. Я должна только смотреть на тебя. Ага, тебе надо внимательно наблюдать, сколько насекомых привлечет этот запах. Меня это устраивает. Опыт 2. 4.17. Субъект Б, Пенни Грант, лучшая девочка школы, блондинка, стоит посреди лужайки в ожидании. 4.58. Субъект Б находится под наблюдением 41 минуту, и он пока подвергся 2 укусам. Правильно? Я ошиблась. Это не укус, а царапины. Я сочувствую, Нэнси. Может, мне сделать 3-й опыт самой? Я тебе сообщу, как эта отрава действует. Спасибо, Пенни. Не за что. О, я пойду скажу маме, что ты у нас не ночуешь. Ночевать? Здесь? Я приму участие в опыте. Я только схожу домой за зубной щеткой. Я так люблю насекомых. Что ж, тогда переходим к 3-й части проекта. Репеллент превосходно действует. Меня ни разу не укусили. Меня тоже? Тогда запиши наши результаты, а я схожу в дом и принесу печенье. Я испекла целую гору для бабушки, и у меня осталась парочка сломанных. Субъекты А и Б считают инсектицидные репелленты в спреях очень эффективными. Брысь. Очень эффективными против... Прекратите! Не лежите! Похоже, Нэнси решила не ночевать.
Ну ладно. Вот, это список участников конкурса, и мы должны разделить его по секторам. Посмотрите, как интересно. Энергия огня. В машине мистера Бессера. Ох, мне вчера досталось. Моя мама пилила, строгала. Я едва разбирал слова фильма, который смотрел. Думаешь, мне было легче? Пока моя мама рисовала плакат, я должен был стоять рядом с ней. Я скажу одно. Если кого награждать, то нас. Астронавты, мы едем. Что это там у вас? Стоять и не двигаться. Та-да! Ой! Знакомьтесь с волшебным магнитом. Класс! Блеск! Магнит притягивает металл. И мы покажем, почему космическое чудовище, которое состоит из металла, всегда находит дорогу домой, в страну магнитов. Здорово! Да, здорово! Вы победите! Идем. Если бы мой проект был так хорош, я бы его подписала. Эй, чье имя напишем первым? Мое, конечно. Моя мама его придумала. Хм, а моя рисовала. Ну и что? Эй, что ты хочешь сделать? Хочу написать свое имя первым. Отпусти. Ну-ка, отпусти. Быстро. Отдай. Отдай. Зачем тратить время на всякие глупости вроде спасения дождевых лесов? Лучшая тема здесь! Я что-то ужасно нервничаю. Во рту очень сухо. Успокойся! Ты же здесь не один, мы партнеры, забыл? О, да. Я всегда тебя поддержу. Если нужно что-то сделать, только скажи! Спасибо. Мне жарко. Я пойду выпью воды. Сейчас же вернись сюда! Ты же сказала, что мы партнеры. И мы заодно. Я пойду приведу жюри, а ты стой здесь. И чтобы никто не смел трогать мои ложки. И та, в которой вода закипит быстрее, обладает самой лучшей теплопроводностью. Сейчас вы увидите, что это металлическое. Начинаем опыт. Поли, нам нужно добавить воды. Зажги горелку, пожалуйста. Ну. Наш опыт вам, несомненно, докажет, что теплопроводность металла гораздо больше, чем у стекла, дерева или пластика. И когда прозвучит сигнал, это будет означать, что вода в одной из ложек достигла температуры кипения, то есть 100 градусов выше нуля. Дамы и господа, я представляю вам победителя! Металлическую ложку! Подвели меня ложки! Как могло это выйти? Кто трогал мои драгоценные ложки? Саботаж! Я поймаю вредителя и тресну его самой большой ложкой! Железной девой! О! Ты? Кто позволил тебе трогать ложки? Я сообщу о тебе в Международное общество коллекционеров ложек! И в заключение я покажу, как магнит притягивает металл. В заключение? Я задремал? Что, я пропустил начало и середину? Нет, у меня конец. Какой-то болван украл начало. Я все слышал! Кого ты назвал болваном? Ты космический мутант! Я назвал тебя болваном, болван! А первое место заняла та славная парочка, которая подвергла себя укусам пчел и москитов. Пенни Грант и Нэнси Фрэнсис. Мы победили! Ура! Мы выиграли! Мы выиграли конкурс. Ради этого стоило потерпеть укусы. Поздравляем, умницы! Поздравляем!
Ты горишь, дорогая. Я думаю, подцепила инфекцию. Нет, я здорова. Лежать тебе не мешает. Температура 37 может убить ребенка твоего возраста. Ты должна сходить к доктору. Хорошо, схожу. Как только вернусь из центра астронавтики. Тебе придется ограничиться чтением открытки из центра астронавтики. Нет, вы не можете мне запретить. Я вытерпела 83 укуса. Пожалуйста, отпустите. Пока твоей матери оказался самым паршивым. Кто бы говорил? Твоя мамаша сделала макет из твоих старых трусов. Болван! Сам болван! 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 Ты болван! Болван. Нет, ты, болван. Ты! Стой! Стой! Сейчас же остановись, трус несчастный! Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids.